русская разведрота туда. Вперед! Дух России! Мы в таких футболках сделали печать, идем. Вот погода немножко не позволяет. Но это прям вот дух, это стержень, это славяне. Решили тех, кого, наверное, не понесет уже никто, понести им. Ну, кто-то несет, может быть, их, да, но вот мы решили поддержать ребят и сказать им таким образом спасибо большое за то, что вы защищаете нашу родину. Воробьева. Спасибо. Вперед. Вот на Купавну они летели. Где было 23, когда я сюда. Я когда была маленькой, мне всегда говорили, что война – это плохо. Я в любом случае за мир. Мне не кажется, что это какая-то радикальная позиция. Вот. Да, ну то есть, вот так.